Друзья, всем привет! Сегодня 21 декабря, значит, мы снова с Аркадием приехали в Неванку. Сегодня, это видео я уже, в принципе, записываю, как много того, что было запланировано, уже проведено, по сути. В общем, мы сегодня проверяем тычки на Налима, проверяем капканы на Соболя, ну и пробуем ловить окуня. А, собственно, как у нас это все происходило, что из этого получилось, смотрите сами. Всем приятного просмотра. Зашел на путик, потемну, сейчас вот с фонариком проверяю. Значит, подошел ко второму капкану, здесь птица с кедровкой-то попалась. А попалась вот таким вот образом. Вообще не понимаю, что ее сподвигло именно клюнуть лопатку. И здесь ее, не знаю, что у нее с затылком, то ли она просто выворачивалась, так то ли ее уже кто-то подкоцал здесь, но следов шибко нету, может быть, другие птицы. В общем, сейчас снимаю ее, подновляю приваду и иду дальше. Вот капкан у меня здесь ловит видовое разнообразие. Первый раз белка или тяга попалась, потом обычная белка. Теперь вообще на синичек перешли. Но это вообще трэш. Ладно, снимаю, сейчас настораживаю заново и идем дальше. Что, друзья, подошел к очередному капкану. Здесь вот соболек бегал. Ну, бежал. И попался. Вот такой вот. Небольшенький, но как бы темненький. В общем, сейчас снимаю и иду дальше. По размеру, наверное, это кошечка где-то. В общем, ладно, уже есть результат. Надо хорошо почистить губу и лопатку. Кровью маленько все залилось, чтобы потом не прилипло, когда срабатывать. Уже второй соболек в этом сезоне у меня попадается именно в этот капкан. Как бы первого поймал здесь же. И вот сейчас опять попался здесь же. В общем, нормально. Идем дальше. Шел тут. Добыл двух рыбых вон. Таких вот. Одна курочка, правда, один петушок. В общем,
Еще так темновато на улице. Ну, уже видно, но темновато, силуэты видно. И это... Тут как раз на поляночке поднял их. Вот, два репца. Дома супчик с Дони сварим. В общем, ну, идем дальше проверять. Соболя пока больше не было. Бегает, но... не попались пока что. Один вот как есть. Сейчас, ну, допроверяю и пойдем рыбачить на Нарима. Рябчики еще сидят. Ну, они как бы сейчас только из снега взлетают и на березу садятся, еще такие думают, что дальше делать. Ну, как бы там он видно перелетает на березках. Но больше стрелять не буду. Незачем. Как бы и так не сказать, что их совсем там много. Вот, два штучки добыл, хватит. В общем, погнали дальше. Уже, в принципе, светает. Идти комфортней. И здесь пока за ними бегал, лыжи снял, снега много. Уже выше колена навалило. Все деревья завалены, капканы тоже завалены. Нормально, сегодня такой небольшой морозец, наверное, градусов 20. Ну, это как морозец? Стабильная температура, так сказать. Морозец у нас за 35, там, 40. Это морозец. Ну, в общем, что, идем дальше. Ну что, друзья, охота плавно закончилась. Считаю, как бы, ну, для меня она прошла нормально. Добыл одного соболька и двух рябчиков. Собственно, с утра, с утреца. Время еще без 15:10. Я уже все проверил, чтобы день, ну, максимально, так сказать, плодотворно распланировать. Проверил, пробежался капканы, значит, ну, поохотился. Сейчас идем в дом, попьем чаю, позавтракаем, так сказать, и пойдем рыбачить на Налима. Вообще в планах сегодня и попробовать половить окуня, а также, опять же, в новом месте, то есть не где мы в прошлый раз пробовали ловить на стукалку на Налима, а попробовать в новом месте. Может быть, что-то у нас получится. Собственно, как бы, это планы одного дня. Мы сегодня приехали на один день, без ночевой. Ну, а сейчас погнали в дом, попьем чаю, сделаем небольшой обзор на стол по просьбе немногочисленных людей. Поэтому человек просит, мы покажем ему, как выглядит этот стол и кто его делал. Пришел в дом. Обзор небольшой, беседка вот такая вот, трехметровый стол из плах. Мы его с Николаевичем вдвоем, ну, здесь сейчас его замело, коровы тут зашли, поломали маленечко лавочку, не страшно сделается. В общем, короче, мы его с Николаевичем тащили тут еле-еле, он, наверное, килограмм 100 с лишним вешает, вот такой вот столик. Ножки толстенные, с бруса. В общем, как-то так. Здесь барбекюшка. Здесь печурка летом, там чай, не чай. Все остальное. Ну, сейчас пойдем по дому. В общем, зашел домой, пока камера не запотела. А уже все, уже запотело. Запотело. Сейчас будем пить чай. И пойдем проверять тычки на Налима. Потом пойдем попробуем порыбачить. Мне кажется, уже он пьет, мы сегодня вдвоем. Чаек. Чаек только. Сегодня чаек, только чаек. В общем, поели, попили чаю. Сейчас пойдем проверять уды на Налима. Маленько отогрелись. Камера отогрелась. А, да, сейчас покажу стол. А что стол? Да человек просил показать стол. Вот такая вот столешня тематическая. Стулья такие же делали на заказ. А на улице, которые там стоят, такой же стол, да? Нет, там другой стол. Ну, обычная древесина, как бы сосна клеенная, пролакированная. Ну, лавочка какие-нибудь.
Она вот вот такими вот речками. Да. Большими речками составная. Ну, все сделано шириной 90, наверное, 85-90. И длиной мы его заказывали 2,30 он у нас получился. В общем, такой вот столик у нас в Чуне мастера делают. Аркадий решил заняться скандинавской ходьбой. Говорит, брошу лыжи, пойду с палочками. Насмотрелся в поселке, бабульки бегают с палками, с лыжными. Ага. Он говорит, я тоже хочу, как они. Да? Вырубил бабушка. Одну вырубил. Скандинавская ходить. Скандинавская бабулька. Не, ладно. Я раньше на лыжи ходил, на лыжах. У тебя лыж никогда не было, ты говоришь. Ну, в смысле, обычные лыжи. Не охотничьи. А. То есть это сказочные какие-то, необычные, получается, на этих ты пойдешь. Вот эти-то? Да. Да. Это самые лучшие палки в мире будут. Аркадий доделал палки. Аркаша! Аркадий, а вы бы не хотели еще саночки за собой прихватить? Палка осталась. Вот ты комик вообще, я не могу. Бери, бери саночки. Ой, блин, хмур. Прошли с Аркадием, сняли там 5 тычек наших, ну, на которых в прошлый раз были налимы. И сейчас дошли до тех, ну, на которых в прошлый раз не попалось. В общем, сейчас проверяем. Сейчас подожди, Аркадий. Это. Снимаем сразу же. Да, убирай. Приходится сейчас сверлить рядышком лунку и доставать проволокой. Ну, в общем, как бы уды мы снимаем, потому что больше ставить не будем. Сегодня маленький морозец. Че, инеем покрылся, да? Маленечко. Да, ты вообще сильно покрылся. Это. Ну давай. Пробуем, что там у нас. Идет? Да. Сам идет. Сам идет? Да. Ого. Ничего себе. Хорошенький. Видишь, сидит какой. Бравенький. Снимай, что? Ну сейчас, подожди, снимай. А что снимать? Отрезай леску, да и все. И... А ну или так, ну. И это. Потом. Нет, ты его, Каша, оглуши, это он сейчас будет по кузову ползать. Так, давай я сразу это леску убираю, да. Чтобы не засорять рейку. А это так. Ну, как-то ты его... Слабенько думаешь? Слабенько, да? Ну, ничего. Слав, дай нож. А? Лед не толстый. Нормальный. А? Я говорю, не толстый лед. Сколько? Сантиметров 25, может быть. Только так я забью. А где? Там? Нет, там. Ты встанешь туда? Камера.
пусто совсем, да? Съел? Съели. А? Съели. Что? Ну, приманку съели. Все, идем дальше. Очередная пустая уже. Сколько? Десяток, наверное, мы сняли, да? Прём дальше. Пробурили еще одну луночку. Аркадий уверяет, что есть налим. Показывай. Видишь, скручивается. И что, течением скрутило и все. Вот он, точно. Я же сказал, что сидит. Значит, сидит. Пускай побрыкается. Зачем? Ну, красиво. Давай попробуем. Все, отбрыкался. Отбрыкался? Хорошо. Вот трофейчики. Козырные. Какие трофейчики? Ну, знаешь. Пускай будут такие маленькие, по килограммчику, это самые такие цинус, понимаешь? Самые вкусные. Самые вкусные. Зачем он большой? Ну, большой, зато прикинь, такой, как достал его. Как и... вот в лунку не влазит, да? Как якуты ловит, но сразу кастрюлю Макси с него. Угу. И все, идем дальше. Так, пробурили еще одну. Дай-ка я вытащу. А то все ты, да ты. Да, бери. Аркадий говорит, утверждает, что есть налим. Вот точно есть вообще. Я даже по проволочке чувствую. Да? Конечно. Вот, вот. Хороший, да? Ну тут такой, да, нормальный. Хороший, хороший. Стой, подожди, подожди. Так. Дай мне его сюда. Ну, Аркаш, отпусти. Раз. На. Чик. О. Вот он. Хорошенький. О. По селфи. Черномазик такой. Темный. Упался. Ладно, идем дальше. Посмотрим, может еще. Кто что. Кто что кого, да, Аркадий? Угу. Тонкая у нас. Помнишь? Ну. Ну а что делать теперь? Не брить, что ли? Да не, просто потихонечку. Важно. Двумя руками. Двумя вот так. Сейчас сам будешь бурить, понял? Так я сам всегда и бурю. Блин, взял снег, положил бур. На улице мороз, он намочил и бросил его в снег. Отстань. Ну что отстань, сам чистить его будешь. Своим складением. Это давай краску не оббивай. Давай. Да толку-то уже? Уже мокро. Да, конечно. Я виноват, но все как всегда. Да. Раскаиваться будете? А? Конечно. Признание своей это вины – это первый шаг к исцелению. Приносить публичные извинения? Обязательно. Слушай, тут так мелко, что ли? Да. Держи. Давай. Да. Да? Идем далее. Ну давай, будем бурить. Сдался, раздулся, да? Вообще не говори. Мы ведь еще окуня собираемся искать. Пойдем или не пойдем? Ты что, не хочешь? Почему хочу, наоборот? Ну и все, а что ты спрашиваешь? Как будто не хочешь. Хочу. Хочу.
то. Чё? Чё, опа? Ну, не достал. Встал? Давай. Пусто. Готово. Оторвали. Мёртвый. Идём дальше. Что, Аркадий, пусто? Ну? Очень жаль. Ну, в общем, друзья, подошла наша проверка ут к концу. Поймали мы три вот таких вот налимчика симпатявых. А сейчас плавно перемещаемся в Курью. Будем пробовать искать окуня. Не знаю, может быть, получится его сегодня найти, может, что-нибудь поймаем. Ну, в общем, погнали, время идет, и на улице холодает, и домой ехать сегодня. В общем, идем. Что, друзья, мы весь день ходили по реке, замерзли, не могли найти. Сейчас зашли в одну протошку, тут в небольшую, и вот, Аркадий наступил на окуня. Поймали, короче, вот таких вот, это Аркадий поймал. Один маленький, там у нас на Невнке кошка живет, Мурка, но один вот такой вот, вот, более-менее нормальный. Сейчас будем здесь рыбачить, стоять здесь. Не знаю, сколько поймаем, столько поймаем, ну и почопаем домой. Нам тут идти, в принципе, прилично, ну не, ничего страшного. Потихо пойдем, чёрка клевала? Да, а? Вроде бы как, да? Глубина около 3 метров, наверное, 4 даже, да? Ну где-то. Да нет, меньше. 3 метра точно. Берет на балансир. Мушечка тоже стоит, но как бы мушку что-то не трогает. Балансир. Ну у меня, ну вот этот большой на мушку попал. А, это на мушку попал. Ты посмотри по камере, таймени. Слышишь? А. Да, мы, кстати, искали таймени. Ух, не искали таймени. Окуня, когда искали на речке, подошли, просулили в одном месте. И не знаю. Ух, тут проворонил, блин. Ну и что ты замерз-то? Давай, излагай. В общем, когда окуня искали, опустил в лунку камеру эту подводную и сначала забыл запись включить, а потом так мельком, короче, ну таймишонок такой небольшенький проплывал. Сколько пытались его поймать, там сидели, дергали, бесполезно вообще. Сейчас время 4 часа до 5, порыбачим, да? Ну да. Часик. Если клевать будет. Ух ты, да опять подкинул. Ну ты че? А? У меня что-то все полосатый, балансир. А он железный, да? Да. Магнита нету. Достать бы его. Я вот думаю, блесенку зацепить надо. Клевал? Не. Она стая, видимо, гуляет, да, здесь вот. Да не, не стая, просто. Ну, окунь, он же стайный. Да? Вообще, да. Мелко там? В смысле, мелко намного мельче или просто мелко? Нет.
А? Настолько мелко. Мельче. Да. Ну, что, мелко? Ух ты. Клевал тут. Клевал? Да. Есть. Мурки на закуску. Трофейный. Трофейный? Да, трофейный. Опа. Кошку хоть порадовать. Но у меня такое ощущение, мы туда зашли, она там уже мыши не бегают, она просто там в голодухе помирает. Да? Возможно. Ух ты, сошел, гад. Ты, блин. Хороший был по ощущениям. А что это? Выпала удочка с рук. Давай, пошла за рыбой. Понял, хотел откусить эту леску от нее. Она настолько холодная была, что к губе приклеилась. Короче, знаешь, что пришлось? А пришлось кусок губы оторвать. Правильно. Всего-то. Ух ты. Ты клювала. Клювала, наверное. А тут напрямую, да, идти? Да. Поймал? Да. На блесенку? Да, вот. Друзья, смотрите, какие вот забагрил, по-моему. Не то, чтобы поймал. Опа. Стой, стой, так холодно на улице. О, отцепился. Тут попробую. Сейчас должен он под это, под сумерки-то начать колбасить. Что-то мороз давит, да? Мороз вообще давит. Есть. Попался. Оба-на. Отцепился. Кучку. Пойду попробую. Опа. Есть. А кусок. Возьми в руки уже. Пускай лежит что-то. Попался. Есть. А? Есть, да? Есть, ура! Заглотил-то как жадненько. Хуёво, да, когда так заглатывает, а? Учились, Аркадий. Ой, ладно, да. Плохо, конечно, когда так заглатывает. Опа. Извлек. Опа. Есть. Чего? Да клюет. Стой, окунь, не шевелись. Окунь, окунь, ты могуч. Падла. Ну я его подсек просто. Да какая разница. Поймал же? Ну да.
Так. О, блин, чуга как замерзся. Так интересно сейчас посмотреть, сейчас их там, наверное, куча, да? Конечно. Там стоят. Я бы тоже посмотрел бы. Ну, видишь, камера села. О, холодно, слушай. Лазали. Хорошенький. А? Хорошенький. Хорошенький, хорошенький. Стой, стой, стой. Попался какой. Хорошенький. О, холодно, как ёлки-палки. Ноги мёрзнут у тебя? А? Ноги мёрзнут? Нет. Нет? Нет. А тебя что, мёрзнут? Да как-то непонятно, как будто пальцы большие. А, как будто как мокроватый, да? Ну. Но это конденсат собирается. О, ещё клюв. Как говорится. А если бы не мороз, мы бы еще рыбачили бы по любой бы, да? Конечно. Потому что я уже прям вообще что-то прям промерз. О, хотя в такой куртке, да? Какой? В толстой, в таком пуховике. У тебя пуховик толстый, что ли? Ну, как, ну, толстый. Ворозяка дай. Ну-ка на мою удочку тоже прикинь. Давно будем заходить отстаивать. Пойдем домой. Вот такие вот окуньки ловились. Ну, в принципе, нормальные. Мы что тут порыбачили, получается, минут, наверное, 40. И все, солнце начинает садиться. Поймали, наверное, штук 7-8. Сейчас идем домой. О, морозяка давит. Конкретно уже это где-то минус 30 по ощущениям. И ну еще стоишь, не двигаешь. Пойдем домой. Ну что, друзья, пришли мы, значит, домой, в дом. На улице морозит, хилст еще. Маленько подловили, нашли, где есть окунь. В следующий раз попробуем туда, как бы, с самого начала рыбалки пойти, потому что сегодня всего там прорыбачили там 30 или 40 минут, да? Ну, где-то так, около часа. И почопали домой. Постояли. Вам, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До скорых встреч. Всем пока. А мы сейчас чай попьем и домой.